Сейчас будем смотреть, что живет у нас в диване. Я и так догадываюсь, от кота там что-то живет. У нас жгут. Кот жил почти месяц с бабушкой. Давайте вот посмотрим. Сейчас откроем, и что у нас там на тряпочке. Буквально 2 секунды выбивали диван. Вот смотрите, ужас какой. Подождите, этот ужас. Вот, это ужас. Буквально минуту выбивали диван. Жуть. Фекалии клещей с парафитов. Давайте посмотрим, что там у нас внутри дивана творится. Ой, ужас какой. Какой ужас. Там еще еда какая-то. Да, все понятно. Вот эта вот вся гадость была у нас в диване.